Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що побував на найгарячіших ділянках Східного фронту, і розповів про те, що потрібно робити, аби зупинити окупантів. Виглядить дуже очень... не радостно. Що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога? Відповідь одна: ефективне вогневе враження головних сил ворога та його резервів на дальних підступах, а також комплексне враження ворога. Перед переднім краєм також голоком переконаний, що потрібно опановувати нові способи знищення розвідувальних БПЛА окупантів за допомогою засобів РЕП та ФПВ-дронів. Сирський додав, що це вимагає якісної підготовки усіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань. Крім того, за його словами, важливе значення має підготовка штабів усіх рівнів, щоб максимально використовувати бойові можливості військ та мінімізувати наші втрати. Ребята може бути у нас. с электроэнергией есть нюансы. Но мы и это преодолеем. Тем более в ситуации, в которой мы сейчас находимся, просто других нет вариантов. Это нужно просто честно признать. В ситуации, когда тебя, твою страну, твою нацию, твою школу, твой город, твою семью хотят уничтожить, ну тут вариантов немного. Бороться, сопротивляться. И если честно, мы на самом-то деле при всей тяжести этих испытаний, в первую очередь гибели людей, Людей, справляемся неплохо. Ну вот правда, слушайте, там я смотрю, Оля Скобеева последнее время пытается из себя выдавить какую-то победу, что вот Украина посыпалась, ну, распалась, еще там какие-то там нам кары небесные она диктует, но блин, они это говорят 10 лет. Ладно, совсем сейчас разберемся с трибуналом. И да, я передумал. Я раньше говорил вам о том, что буду свидетелем защиты Ольги Скобеевой. Наверное, нет. Все-таки все нет. Начинаем. Наш прекрасный субботний стрим. Понеслась. Все будет Украина в рамках международно признанных границ. Для этого нужно постараться нам а, работать, стараться и, ну, и верить в себя. Слушайте, я вот так вот думал, как же нам обозвать нашу сегодняшнюю трансляцию, и пришел к выводу, ну, что надо, наверное, все равно обращаться к нашим соседям. Они вроде как на русском языке еще чуть-чуть понимают. Ну как чуть-чуть? С русским языком на территории России будут все больше и больше проблемы. Потому что э, это, конечно, но ну, только население. Большие интеллектуалы могут отправиться в соседнюю страну на войну для того, чтобы в это время их замещали представители других стран. Тут вот такой вот я на экран вывел интересный постик. Тут одна пропагандонша задается вопросом, за что воюют наши мужчины? Ну, согласитесь, хороший вопрос, особенно если учесть, что война длится кровопролитнейшая, страшнейшая, два с половиной года. И через два с половиной года Настя Кашевара спрашивает, а за что воюют ваши мужчины? но тут ответ очень прост. Они воюют за деньги. И других тут опций нет. Есть такой бизнес, сдача своих мужчин на мясо, потому что выплаты неплохие, в месяц 200 тысяч рублей, это при том, что средняя зарплата в России, особенно в этих регионах, там 25, а тут тебе 200 платят. Ну, подумаешь, убить может. Да, может, некоторые считают, что это и к лучшему, потому что в таком случае Путин выплатит гробовые. И тут все очень просто, но ситуация она же как это, аженно, не, пусть, не, не, не предполагает пустоты. И зацитирую этот пост: вчера мой друг офицер артиллерист приехал в Москву в командировку. Ну, то он последний раз приехал, потому что там или его в Украине грохнут, или, соответственно, с ним расправятся люди, а про которых они дальше пишут. Пишет мне, Лех, русских в Москве вообще не видно. Походу мы воюем, чтобы мигрантам по кайфу жилось. Или жилось, или жилось. Люди с фронта все это видят, ощущают острое подобное мнение. Будет расползаться, если государство не наведет порядок в области этнической преступности и миграции. Ну, во-первых, не наведет, потому что выпавшие трудовые ресурсы, которые были мобилизованы на фронт, надо чем-то замещать. в этом отношении ну, приезжие из разных стран прекрасный вариант и, и это факт. Мне кажется, это абсолютно бесспорная история. Значит, более того, они сейчас публикуют такие данные, что чем дальше, тем больше народа приезжает из африканских государств. А они, в чем их особенность? Они же по-русски не говорят соответственно, они не смотрят российский телевизор, соответственно, они не подвержены российской пропаганде, и поэтому они себя ведут как короли жизни, и это здорово. Я вообще считаю, что чем, чем быстрее там сменится как это, этническая картина, то вполне возможно мы быстрее сможем как-то научиться жить с этой территорией, не стреляя друг в друг друга. Ну, тема, конечно, на дискуссионная, но факт фактом. И вот эта вот история, которую качают в рамках управляемой ненависти, это правда, что Кремль, он все время там, время от времени указывает, кого надо ненавидеть. И вот мигрантов, люди, которые приехали работать, принято в России ненавидеть. И люди, соответственно, эти типа понемножечку обживаются и такие смотрят, ну, нас тут ненавидят, мы на них работаем, получаем деньги, но кто вам дал право ненавидеть? И чем дальше, тем больше будет таких прекрасных историй, когда не мигранты начинают лупить местное население, и этих межэтнических конфликтов будет все больше и больше. Нужно отдать должное, что парни вот из Таджикистана и Узбекистана два дня назад избили депутата Госдумы. Артура Багирова, ну он Багиров, Багиров, да какой же ты Багиров, ты Шарханов, а... в чем прикол, что приезжие по-русски не понимают, и соответственно для них депутат Госдумы, он никто иной, как точно такой же смерть, которому можно навалить, и ему навалили, конечно, их там задержали за это, там, этих, именно этих парней посадят, но это смысла происходящего не меняет от слова «вообще». И тут интересная такая у них сейчас статистика начинает бродить, что начали расходиться данные, что Следственный комитет, например, России, говорит о том, что количество преступлений совершенными приезжими все время увеличивается и увеличивается, а в МВД той же страны вроде как, ну это же та, те работают, Следственный комитет Рашки и МВД Рашки. И разница в как это, в от оценки ситуации, она абсолютно противоположно. Если Следственный комитет говорит, что а, миграт, ми, преступления мигрантов ми, а, совершенные увеличиваются, то а, а, в МВД говорят наоборот. И это прикольная история. Значит, глава Следственного комитета Раши Александр Бастрыкин, это тот, который а, на компьютер с лупой смотрит, а, а, да, PPP. В общем, не очень хороший человек. Значит, они там проводили какое-то совещание по поводу работы органов следствия, правопорядка в первом полугодии 2024 года. И заявили о том, что число преступлений, совершенных иммигрантами, выросло. Значит, цитирую. Только за 6 месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими да, таким образом они качают не на издруру, потому что приезжие, не приезжие, ну, тут факт остается фактом, что оказывается, пока мужики на российские, или в, на фронте, или уже в земле, то их женщины ну, попадают в такие сложные жизненные ситуации. Я не, не собираюсь над этим как-то иронизировать, потому что, ну, для меня подобное действие они абсолютно отвратительные, поэтому тут не о чем говорить. Значит, на 25% увеличились развратные действия в отношении детей. Число экстремистских преступлений, совершенных иностранцами, гражданами иностранными гражданами в России за 6 месяцев, выросло, внимание, на 55%. Россияне. Путин отправляет вас на мясо убивать нас. И отчасти это удается. Вот в Николаеве убили детей, взрослых. Но что у вас происходит дома? Когда эти так называемые вояки, кто-то же все равно выживет, вернутся домой, то выяснится, что у них уже банально нет Дома. И вот интересная тенденция вражки, которая в конечном итоге эту страну взорвет. Они еще Путина будут проклинать, и вот сейчас они держатся за Крым, якобы это что-то, что, что принадлежит им. Так будет не всегда. Так вот, этот Следственный комитет. И человек с, трус, с, с лупой отмечает, что несовершеннолетними мигрантами совершено на 70% больше преступлений, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вообще что это значит? Это значит, что люди, которые приехали из других стран, которые не знают русского языка, да и наложили болт на Путина, на его скрепы и все остальное, ну, несовершеннолетние, они с кем общаются? С несовершеннолетними. И лупят, соответственно, несовершеннолетних в первую очередь вот этих вот так называемых называемых этнических, русских или кто они там такие, ну типа местные. Тут заезжает новая сила, которая вообще не признает какие-либо как авторитеты или что-то еще. Они не говорят, это наша исконно русская земля или там таджикская или еще какая-то, тут национальность, конечно же, не важна, а просто делают то, что они хотят.